Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии Рита Нерова. Коротко о некоторых событиях. Застраховавшие свои посевы аграрии получат поддержку правительства страны. 29 пунктов проката на курортах республики обновят горнолыжное оборудование. В Черкесске открылся первый в регионе круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». И на базе индустриально-технологического колледжа открылась Академия ММА. Далее об этих и других темах. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Президиума штаба правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя премьер-министра страны Марата Хуснуллина. Марат Шакирзянович обозначил вопросы, которые необходимо решить до конца года в отрасли строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства. Главное – выполнение всех обязательств по финансированию и строительству объектов на этот год в рамках действующих государственных программ в различных отраслях экономики. В Карачаево-Черкесии ведется плановая работа. Рисков по срывам запланированных графиков выполнения нет, отметил руководитель республики. Еще одно поручение вице-премьера касалось необходимости заключить соглашение регионов и федеральных ведомств о совместной реализации государственных программ и финансированию объектов на следующий год. Туристический поток по России в зимний период может достигнуть 18 миллионов человек. И среди ключевых направлений – горнолыжные курорты Карачаево-Черкесия, Донбай и Архыз. В правительстве страны прошло расширенное заседание Президиума комиссии по развитию туризма в России, на котором обсуждалось проведение зимнего туристического сезона. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий в правительстве туристическую отрасль, рассказал, что по сравнению с прошлым годом количество туристов в зимний период с декабря 2022 по март следующего года по предварительным оценкам возрастет на 8%. Среди городского туризма наиболее популярные направления традиционно за обеими столицами государства – Москвой и Санкт-Петербургом. Россияне также выбирают маршруты Золотого кольца, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород. А вот среди горных курортов наряду с Красной Поляной первые строчки рейтинга у туристов занимают всесезонные туристические кластеры Карачаево-Черкесия, Донбай и Архыз, где на новогодние праздники прогнозируется практически 100% загрузка. Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что в отрасли сейчас открываются дополнительные возможности и для бизнеса, и для регионов. В трехлетнем бюджете страны на развитие туризма запланировано более 90 миллиардов рублей. Они пойдут на грантовую поддержку туристического бизнеса, льготное кредитование для строительства и реконструкции отелей и модернизацию инфраструктуры. В Карачаевском районе уже в эти дни выйдет на рейс пассажирский автобус по маршруту Хурзук-Учкулан-Карачаевск. Выделить пассажирский автобус в ответ на обращение жителей муниципального образования поручил глава республики Рашид Тимрезов руководителю района Спартаку Кущетирову в ходе рабочей встречи. Стороны также подвели итоги социально-экономического развития Карачаевского района за уходящий год. Спартак Кущетиров доложил, что муниципалитет участвует во всех республиканских программах, исходя из приоритетности проблемных вопросов. Так, в текущем году будет завершен капитальный ремонт трех школ, в следующем году будут отремонтированы еще столько же. Для перевозки детей район был усилен тремя школьными автобусами. Активно строится ФОК в Учкулане. Рашид Тимрезов поручил руководителю района взять под личный контроль строительство нового Карачаевского группового водопровода. Он подчеркнул, что это очень важный инфраструктурный объект, который позволит снять проблему с водой сразу в 7 населенных пунктах – Костахе-Тагурово, Хумаре, Правокубанском, Кумыше, Савитюзе и Станице Красногорской. Со следующего года также начнется строительство новой котельной в Правокубанке. Еще один важный вопрос касался строительства газомагистрали в Учкуланском ущелье, возведение которой запланировано в грядущем году. В настоящее время заканчивается подготовка проектно-сметной документации. Отдельно рассмотрены вопросы, касающиеся работы, которая ведется с семьями военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции. С каждой семьей контакт налажен по всем возникающим бытовым вопросам, помощь оказывается оперативно. Организованы постоянные поставки гуманитарной помощи в зону СВО. Так, совсем недавно было отправлено 20 тонн питьевой воды. В Пятигорске прошло итоговое заседание в рамках проекта Совета по внешней оборонной политике Северный Кавказ в международном контексте «Вызовы и возможности», в котором принял участие и министр по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии Альберт Кумуков.
Цель проекта – содействие научному обмену между учеными и общественными активистами в субъектах Северокавказского федерального округа, повышение качества взаимодействия субъект-центр в рамках формулирования приоритетов внешней политики и безопасности России – реализуется при поддержке аппарата полномочного представителя президента страны в СКФО и фонда президентских грантов. Представители регионального Минэкономразвития во главе с заместителем руководителя ведомства Муратом Гачияевым принимают участие в стратегической сессии проектных офисов управления проектами в новой модели в Санкт-Петербурге. Цель мероприятия – приобретение новых знаний и компетенций по организациям проектной деятельности, а также формирование общего коммуникационного плана проектных офисов. Застраховавшие посевы аграрии получат поддержку правительства страны. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении средств регионам, в которых в этом году увеличены площади посевов, застрахованных от неурожая и других неблагоприятных событий. Аграрии смогут потратить средства на проведение агротехнических работ, повышение плодородия и качества почвы и приобретение элитных семян. Правительство страны перераспределит между субъектами субсидии госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства. Карачаево-Чукесия отмечена благодарностью полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе. Благодарственное письмо за бескорыстный вклад в организацию работы по сбору гуманитарной помощи и эффективное осуществление текущей деятельности получила автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр развития молодежного добровольчества КЧР» при Министерстве по делам молодежи региона. Полпред президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка принял участие в презентации деятельности штабов «Мы вместе» и торжественной церемонии запуска окружной образовательной платформы «Старт Машук», где лично поблагодарил добровольцев за их труды и подчеркнул важность проводимой волонтерами округа работы. В ходе встречи были обсуждены итоги и результаты деятельности штаба в каждом из субъектов. В региональной столице для обеспечения безопасного передвижения по улицам города установлены дополнительное освещение, пешеходные ограждения, заменены несколько светофорных объектов, отремонтированы тротуары. Кроме того, на 28 участках дорог общей протяженностью более 13 километров уложено новое асфальтовое покрытие. Тему продолжит заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкесска Равиль Тикеев. Каждый год мы стараемся по 13 километров выполнять дорог. Это условия и программы, и паспорта республики. В текущем году по состоянию на ноябрь месяц все работы уже завершены. Остались мелкие недочеты, которые подрядчик исправляет. В соответствии с муниципальными программами на каждую дорогу есть гарантия 5 лет. В течение 5 лет, если что-то случится с покрытием, подрядная организация обязана устранять. Госавтоинспекция Черкесска информирует об изменении в схеме движения по улице Кирова. На участке автомобильной дороги на площади Кирова от улицы Горького до Кавказской установлено одностороннее движение в направлении с юга на север, то есть заезд с улицы Кавказской закрыт. Кроме того, запрещающий дорожный знак «Поворот налево запрещен» установлен по Кирова перед пересечением с улицы Кавказской. Изменения вводятся в соответствии с распоряжением мэрии республиканской столицы на основании решения комиссии по безопасности дорожного движения. До конца 2024 года на федеральной сети Карачаево-Черкесия отремонтируют 21 километр автодорог и 2 моста. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Милана Тхамукова. С 2 до 4 полос расширят 12 километров подъездной дороги к Черкесску от Р-217 «Кавказ» с 51 по 63 километр. А в 2023 году на автодороге А-155 отремонтируют 9-километровый участок Черкесск-Усть-Джигута и 2 моста в Домбае. В текущем году стартовал капитальный ремонт участка от съезда в село Садовое до пересечения улиц Ставропольской и Набережной, столицы Карачаево-Черкесии. Встречные потоки разделят осевым тросовым ограждением, модернизуют один существующий светофорный объект и устроят 9 новых. Установят более 750 дорожных знаков и нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком. Согласно планам ФОКУПРДОРКАВКАЗ, в эксплуатацию участок будет сдан до ноября 2024 года.
Весной 2023 года дорожники приступят к ремонту четырехполосного участка федеральной дороги А-155 Черкесск-Домбай, граница с Республикой Абхазия, с 0 по 9 километр. В июне 2023 года в эксплуатацию ведут мосты через реку Домбай-Ульген и Аманаус. 29 пунктов проката на курортах республики обновят горнолыжное оборудование. Это стало возможным благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства России. Наша цель в оснащении новым качественным горнолыжным оборудованием действующие пункты проката, а также создание новых, поэтому конкурсная комиссия поддержала соответствующие предпринимательские инициативы. Новый инвентарь позволит гостям и жителям региона не только комфортно провести отдых, но и безопасно, отметил министр туризма и курортов Карачая-Черкесии Расул Текеев. В настоящее время оборудование активно закупается, а в ближайшее время оно будет запущено в эксплуатацию. В Карачаево-Черкесии будет разработана единая программа по экопросвещению. На базе регионального отделения партии «Единая Россия» прошла дискуссионная площадка «Экопросвещение КЧР», посвященная актуальным вопросам экологии в республике. Ближайшей задачей, которую поставили перед собой волонтеры, стал сбор материала для формирования региональной программы по экопросвещению. Работа площадки организована депутатом Государственной Думы страны Джашарбеком Узденовым в поддержку инициативы группы волонтеров и для консолидации усилий действующих на территории Карачая-Черкесии экологических движений. Накануне Дня Героев Отечества в Черкесске открылся первый в регионе круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В ряды курсантов вчера вступили первые 30 ребят, которые скоро начинают 5-дневные учебные сборы. В целом за год «Авангард» может охватить порядка 1000 человек. Курсанты будут познавать основы военной службы, а именно основы тактической, строевой, огневой, физической, военно-медицинской подготовки и правила радиационной, химической и биологической защиты. При этом особое внимание военно-патриотическому воспитанию и физическому развитию молодежи. Для этого в центре созданы все условия для практических занятий, в том числе для физической подготовки. Самый большой телескоп Евразии, озеро Любви и древние аланские храмы в окрестностях Архыза. Анимационная студия «Аэроплан» сделала пластилиновый мультик о гостеприимной Карачаево-Черкесии. Мультфильм о республике, премьера проекта «Мульти-Россия. Новые путешествия». В каждом фильме путешественник-медведь-краевед рассказывает 5-6 фактов об одном из регионов нашей необъятной страны. Проект продолжает полюбившийся зрителям цикл мультфильмов «Мы живем в России», который уже рассказывал маленьким и взрослым зрителям о Северной Осетии, Дагестане и Ставрополье. На базе индустриально-технологического колледжа Черкесска открылась Академия ММА, подведомственное учреждение Министерства физической культуры и спорта Республики. Новая секция будет функционировать на базе отремонтированного спортивного зала колледжа. На сегодняшний день здесь уже занимаются порядка 60 человек. Набор ведется в 3 возрастные группы, начиная с 6 лет. Ну и в заключение выпуска новости спорта. В Нальчике, Кабардино Балкарии завершились всероссийские соревнования по тэквондо Кубок Эльбруса. В результате упорной борьбы наши спортсмены привезли награды различного достоинства. Призерами стали Милена Нахушева, Амир Кемрюгов, Кирилл Половин, Милена Чучаева, Валерия Акбашева и Милена Кисаева. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 7 до 12 градусов тепла. В горах местами плюс 1-6, утром местами в горах на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 9. На этом информационный блок регионального радио завершен. Его провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!